Путешественник! Путешественник! Давай же, путешественник, выходи, нам нужно закончить квест! Давай же, путешественник, Фред больше не будет таким кучерявым говном! Да! Я вас всех при всем! Ты испугал его! Да это не я напугал его! Ты обещала показать ему сиськи во время квеста! А нам нужно зайти в рубиновый кулон в логове орков! Да, я ведь об этом и говорил! Если бы ты не мешал нам, он бы никуда не ушел! Это вообще мой квест! Я хочу, то и ворочу! А ты видно, что квесты давать это не твое, квесты должен давать профессионал! У нас ничего не получается. Все нормально! Нужно просто найти его! Нет! Фред, у нас! У нас с тобой не выходит! Что там у тебя не выходит? Я больше так не могу. Запор? Я так устала. Не понял. Ты что, хочешь остаться? Я думаю, после этого квеста я заберу еще непроданных детей и поживу со своей сестрой в Ольховой роще. Мне нужно время подумать. За. Что ты здесь, Эдик? Ты здесь? Что, теперь давай найдем этот рубиновый кулон и закончим квест. Нет, Фред, стоп! Ты уже засосался? Нет, стойте! Да, вы посмотрите, кто приполз извиняться. Что тебе за... О, нет, мне ничего не нужно. Просто предупреди, что там толпа орков! Соса. Я просто поверить не могу, это все из-за тебя! Что, вот почему ты всегда так делаешь? Почему все всегда моя вина? Да, все это твоя вина! Мы разговариваем, вам повылазило! Да, ведь это я постоянно разыгрываю жертву! Я такая бедная, на меня не обращают внимания! Я лысое говно, фрукты не продаются, протопкая ребенка! Я в нее влезаю, я въебу! Са-са-са-са-са, унижаешь меня! Так а как не унижать, унылое говно? Хватит называть меня говном! Ой, камон, Фред, ты же торговец с фруктами! Продай себе уже орехи, да побольше! Мы сказали встать! Я так устал быть твоей грузой для битья! Все, о чем ты думаешь? Это дурацкие квесты и твоя дурацкая фруктовая тележка! Да я жопу рву за эту семью! Я торговец с фруктами! Я люблю свою работу! Любишь больше семьи! Это все для семьи! Ты продаешь детей! Всю жизнь мне это вспоминать будет! Ходи, лысый! Ведьма! Мистер Пол Шестого! К логопеду сходи! Я подаю на развод! Подожди. А что с ним? Я хочу, чтобы он смотрел. Ефесесе, скоро СССР. Так что подписывайтесь и смотрите другие видео. Ты в порядке? Нет. Да, господи, потрахались, что-то такого. Да. Мамина киса съела папину колбаску. О, ты уже называешься с мамой и папой. Теперь давайте вы, а я посмотрю. Да. Дублер, где мы? Ужас какой.